Для приготовления пирога нам понадобится творог 350 граммов, готовим по принципу: все смешал и в духовку. Этот пирог превзошел все ожидания. 4 столовые ложки сахара, 120 граммов. 4 столовые ложки манки, 80 граммов. 3 столовые ложки сметаны. 1 чайная ложка ванильного сахара. Все перемешаем. Оставляем творожную массу на 10 минут, а тем временем мы подготовим тыкву. Нам понадобится 400 граммов тыквы. Тыкву натираем на крупной терке. Понадобится одно яблоко. Яблоко крупное. Нарезаю кубиками. Высыпаю в тыкву. И добавляю 1/2 чайной ложки корицы. Теперь мы тыкву отправляем в творог. Все смешиваем, тщательно смешиваем. Добавим 1/2 чайной ложки соли. Вот такая однородная масса должна получиться. Текстура зависит от творога. У меня он крупнозернистый, поэтому вот такой у него вид. Если же будет кремообразный или еще какой-то, то, естественно, творог не будет так выделяться. Дальше эту массу я отправляю в форму. К этому времени духовка должна быть подготовлена. Температура 180 или 190 градусов. Отправляем на 40 минут. Пирог у нас готов. После выпечки я приоткрыла дверцу и оставила там на 10 минут, так как творожное тесто, когда без муки или очень мало муки, оно оседает и довольно-таки быстро и может потрескаться. А когда он остывает в горячей духовке, то значит результат намного лучше. Теперь я его оставляю остужаться на столе. Пирог разрезаю. Ну вот, дорогие друзья, пирог я разрезала. Его довольно-таки много. Пирог влажный, сочный, тающий во рту. Надеюсь, что вам этот пирог понравится. Пробуем. Очень вкусный пирог. Ну, очень. Сочный и тающий во рту. А обязательно приготовьте. Всего вам доброго, дорогие друзья. Всем пока!